Сзади меня далеко вы увидите рыбаков. Далеко-далеко. Можно ловить рыбу с пирса, наслаждаться маленькими бычками, одесскими бычками, потом зажарить их и себе сказать классно. Но эти профессионалы выходят рано утром на глубину, чтобы ловить. Для того, чтобы нам ловить рыбу, чтобы исполнить призвание, которое Бог нам дал, Ишуа говорит, идите в этот мир, проповедуйте. Я вас научу ловить человеков, но нужно вставать рано, с надеждой в молитве, что твои снасти, они приспособлены к глубокому, наверное, ловле глубокой рыбы, разной. И вот выход в море всегда сопровождается опасностями, трудностями. Кто-то починит свою лодку, как многие рыбаки вот на той стороне, сзади нас, а кто-то остается ловить рыбу там. И может, они будут ловить целый день. И принимают много или мало, но они трудятся, чтобы поймать то, чему у них страсть есть. Они не знают, какая рыба попадется, но они точно знают, что доставляет много удовольствия и много времени. Поэтому, друзья, я призываю вас взять пример у рыбаков, которые встают рано утром, достичь своей цели, рискуют своей жизнью, рискуют своими снастями, но они все равно делают свою работу. Благовестие, оно также похоже на рыболовлю. Будьте рыболовами, будьте людьми, которые хотят достигать людей.